Привет, дружочки-пирожочки. Ну что, по Майнкрафтим сегодня немножечко. Где мой Майнкрафт? Где моя игра? Где мои пещеры? Мы идем в пещеру. Мы идем в пещеру вдвоем. Привет. У нас сегодня распаковка Майнкрафт Treasure X с Ваней. Мы сегодня будем распаковывать вот такие товарищем Ваней распаковывать такие пещеры. Тут аж целых 16 уровней. Это Treasure X, Moose, Mojang. Все официальное, все лицензия. И у нас сегодня будет распаковочка. Спонсор сегодняшнего выпуска LightMF, сервис по доставке товаров из разных стран. Позвольте себе европейский шопинг, лучшие бренды, новейшие технику и гаджеты, распродажи. Регистрируйтесь по ссылке и получите скидку по промокоду на первый заказ 10%. Ну что ж, давайте посмотрим. Это вот такая вот коробочка, она, видите, плоская. Здесь может попасться Стив, так. Волк и Волчонок. Здесь всего в коллекции 3 фигурки. Я заказал почему-то 2. Почему? Ну, я просто по 2 заказывал того, сего, и что-то не посмотрел, что здесь всего 3 в коллекции. Надо было 3 заказать, в надежде, что упадет. Ну, может быть, и повторки будут. Что? И еще может попасться пещерный скелет с летучей мышью. Прикольный, наверное. Зимний это скелет. Зимний скелет. Или пещерный. Итак, открываем. И первое у нас что? Первое. Берем коробку. Это первое действие. Взяли, выполнили ее. Второе действие. Это достаем, подожди, буклетик. О, тут верстак в виде картонной коробочки. Третье, это смотрим всех, кто может попасться. И вот, нам еще может попасться здесь золото, золотые часы или редкий какой-то... Это синий огонь. Какой-то душ, что-то такое. Огонь-душ. Огонь-душ. Soul Campfire. Campfire это, по идее, костер. Он может попасться, зажечь его только можно или в древнем городе. Это где живет Варден. Или в аду. Понятно. Достаем верстак. Следующий. Мы сейчас будем прямо идти по этому. Достаем верстак. Мы вообще все достаем. Достаем коробочку, пока не открываем. И достаем. И достаем. О, здесь какая штука. Ничего себе. Вау. А, еще смотрите, не выкидывайте эту штуковину, тут в ней еще часть, в ней еще есть кирка, оказывается. Тут это не лопата. Лопата, алмазная лопата. Вот. Так, достаем лопату. А тут открыта она, вот так, какой пакетик, типа, открыт. Лопата. Я буду копать. Так, давай, значит, следующее, что мы делаем. Мы... Открываем. Открываем коробочку и наливаем туда воду. Открываем коробочку, мне ничего. А наливаем воду с помощью просто из-под крана. У нас сейчас есть, тут сейчас сделаем. Вот так вот берем. Нам потребуется воды. Не знаю, достаточно или нет, но вот взяли. Хорошо. Следующее мы верстак открываем или нет? Написано, пока не открываем. В какой момент открываем верстак? Или открываем? Я не понимаю, тут не нарисовано, что... Тут... Нет, пока не открываем. А где написано, что открываю? И даже не написано, что здесь надо открывать. Ну, надо открыть. Давай посмотрим. Что тут? А, да тут же у нас сердечки для скрепления и бутылочка с водой в верстаке. Это сердечки, по которым будем скреплять фигурки. Опа. И вот они. Они уже, смотри, какие-то половину оплавленные сердечки. Смотрите. Они должны быть ровненькие, а тут половину оплавленные. Как будто они... Так бывает. И резиновая бутылочка для воды. Такая прикольная, мне нравится. Так, следующий этап это у нас... Открыть. Ну, давайте, не. Показать вам хочу. Пока мы тут все не залили, посмотрите, как красивая пещера. Так, зимняя. Зимняя пещера. Так, тянем. Подожди. Это последний. Почему написано 8? 4. Нет, мы не открываем. Тихо. Тихо. Это наклейку. Наклейку открываем. Вот. Открываем, отрываем наклейку. Вот так. Вот. Теперь берем лопату. И лопатой вскрываем вот здесь. 5. Давай.
вскрыли, типа. Так, хорошо, вскрыли пятую. Теперь седьмое. Что это такое? Нет. Выливаем воду. Пятое. А, и выливаем... Туда воду. Отсюда. Сюда воду наливаем? Прям воду? Да. Да? Да. Ну тогда наливай, давай, хорошо. Наливай туда воду. Итак. Что-то происходит? Ой, у нас... Ой, так должно быть? Нет. А, у меня тут что-то начало разваливаться. Тихо. В смысле, что? Что-то происходит? Подожди, может, мало воды? Давай еще нальем. Что-то, мне кажется, ничего у нас не происходит здесь. А, нет, вон там. Снег образуется, но его прям немного, а должно быть много. Сколько надо воды? 5 надо, раз. Вот, 5 таких надо. У нас 2. Это третий. 3. Ну, тут мало у меня, половина. 4. Давайте 6 сделаем. 5 даже. 6. Давай 7. Потому что у меня по половинке тут такое. 7. Вот, вот теперь... Так, теперь... пошел. Снег пошел. Смотрите, вот 8 он. 8 открываем. Открываем. Подожди. Ага. 8 открываем. Не с той стороны. Открывай. И... Давай. Тянем. Потянем, открываем. Снег, видишь, сюда уполз. Не должен был. Это тоже снег. Он, его должно было быть очень много снега, но из-за того, что он вот сюда уполз весь. У нас будет скелет и летучая мышь. Да? Да. Класс. Снег. Вот, смотри, его сколько должно быть. Видишь, он прям все должно. Короче, нужно потрясти перед тем, как это, потрясти верхнюю часть. Вот так. И что, следующее мы достаем... Оттуда. Давай, я достаю. Давай. Показываем. Так, это у нас часть скелета. Это у нас еще одна часть скелета. Это у нас его туловище, голова, голову. Или там что? Воняет. Пахнет, да? Ну так все. Так, есть что-то еще? Ну-ка. Сейчас тут можно поковыряться в этом снеге. Прикольный снег. Смотрите, какой. Сейчас вопрос, покажу. Здесь есть сокровище? Сейчас посмотрим. Подожди. Вот мне кажется, снизу у меня пытается все выпасть, вон там вот. Сюрприз. Сейчас, погодите, по инструкции достаем. Да. А, потом дальше открываем, так и есть. Да, теперь, а куда снег-то высыпать? Никуда? На стол? Ну ладно. Снег высыпаем на стол. Вот у нас все в снегу. И теперь открываем нижнюю часть. И... Тут еще части скелета. А что, сокровища-то не будет? Получается, летучая мышь. А, там тут не написано, что мы... Сокровища, золота-то нету тут. Тут просто... Пап. Подожди. Лопата. Лопаты пробиваем. Только другой стороны, другой. Давай. Стук. Стук. Давай. Так, расковыриваем. И там что? Что-то там непонятное. Как тебя расковырять? Дай-ка лопатку. Лопаточка. Сейчас мы расковыряем. Давай. Расковыривайся. Ты как достать? Эй. Нет, это мясо. Это мясо. Мясо? Сейчас посмотрим, что за мясо. Да, ё-моё. Это... О, всё получилось. Нет, стоп. Это что-то другое. Это лук. Это лук. Его лук. Да, его. Его. Да. Кого? Его. Скелета. Сейчас будем собирать. Теперь... Что мы делаем? Теперь мы собираем. Давайте начнем с летучей мыши. Мы берем. Вкладываем сердечко. Из-за того, что они у нас нестандартные, это не очень хорошо получается. Вот так вот можно. Следующее. Мы берем сердечко сюда.
И вкладываем... Сейчас, подожди. Препарат. И вкладываем сюда. Теперь мы капаем. Вот туда дай мне. И бутылочку. А и сюда надо тоже. Капнуть. Это скрепляющий элемент, типа клеевая основа. Так, много воды. Вот так. И соединяем. Летучую мышь. Ну вот. Летучую мышь с мозгами. У нас есть теперь сердцем внутри. Кстати, кто знает прикол с летучей мышей? У нее нет мозгов. Она даже сама себя может убить. Да ладно. Да, если она сделается рядом с лавой, то она может появится. Просто лететь и в лаву просто влететь. Ничего себе. И она ничего не делает. Она просто летает, не ударяет, не летает. Интересный факт про летучую мышь. О, типа склеили. Теперь нужно будет то же самое. Типа склеить, да? Вот. Теперь нужно самое то же самое провернуть с этим приятием. Держите баночку, доктор. Спасибо. Ой, это вот сердечко мокрыми руками лучше не трогать, оно становится супер липким. Короче, я давайте сейчас все тут вставлю, потому что это долгий процесс. И дальше приберемся, и дальше уже склеим все. Вот, все, сейчас все трещики вставил. Значит, не вздумайте только их попробовать, там, лизать на вкус, потому что это вот опасно, может быть, ядовито, и, ну, будет супер опасно. А их, насколько я знаю, сделали специально горькими, невыносимо, чтобы... еще одно забыл. Детей не было возможности их взять и проглотить. Поэтому не рекомендуется это делать. Ну и, по сути, не должно получиться, но и... Вот так, теперь... вставляем сердечки, теперь берем воду. Все вот это начинаем склеивать. Берем вот это, берем шлем. Где бы... Можно, извините, сейчас было, наверное, всем больно. Не всем, а мне. Ну, тебе-то что, я ж не в тебя дул. А им прям в уши, надо будет это вырезать момент. Так, это вот сюда, да? Нет, подожди. Да, правильно, нет, неправильно. Подожди, а что, нету мозгов у него? Подожди. Погоди. Да не, это не сюда. Или сюда. А, сюда, все. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Кто лучше знает Майнкрафт? Так-то, наверное, тут тогда не приклеена эта водичка не нанесена. Да, вот так. И вот сюда. Кто так. Лучше знает Майнкрафт? Я. Ну, я согласен, да. Кто хочет знать Майнкрафт? Ты. Теперь соединяем тело также. Кто ставит лайки нам? Подписчики. Да, проверим. Это мы проверим, поставили или нет. Так, это сюда. Если не поставите, то нам будет очень грустно. Пожалуйста, поставьте лайк, будьте. Мы так и трудились. Смотрите, да, мы тут все собираем, мы в этом песке сидим. И следующий набор еще. Если вам нравится Майнкрафт, если вам нравится Treasure X, не забывайте ставить лайк, чтобы все разрушилось. Не чтобы все разрушилось, а чтобы было больше роликов. Так, ничего себе. Что, развалилось? Оп, отсюда. А там не видно им откуда-то. Так, и... Так, все, сейчас ставлю, и все. Все, готово. И теперь нужно все составить. Теперь берем вот эту часть, ее вот так. Или она разбирается, или она не разбирается, или что? Нарисовано, что просто... А, вот так. А ты не вот этой... Нет, этой... Не этой... Я думал, ты красивой частью, понимаете ли. Эта часть у них красивая, значит. Эта часть не разукрашена. Оставить нужно так. Ну, ладно, они придумали, поэтому делаем. Делаем так. Дальше, подожди. Куда ставим? Сюда ставим питомца. Сюда ставим, значит, нашего персонажа, который нам выпал. Ему еще надо в руки дать. Лук. Ну-ка, покажи. Лук в руки. А как ему дать рук? Лук в руки. Сюда не да, нельзя. И сюда нельзя. В смысле нельзя? А! Все, я понял. Я в обратную сторону почему-то. Нет. Подожди. Разве стрела не в эту сторону нарисована здесь? Они, по-моему, перепутали. Смотри! Они должны были здесь нарисовать. Поэтому он, получается, стреляет в себя. Вот же сама
древко лука, вот тетива, и вот сюда должна была быть нарисована стрела. Они перепутали, с какой стороны нарисовать стрелу. Ну, я понял, потому что я знаю хорошо Майнкрафт. Видите? Вот, Treasure X, короче, в своем репертуаре. Так, сюда мы ставим, вот сюда прикрепляем, смотрите, здесь у лопаты есть специальная штучка, сюда мы прикрепляем лопату. Сюда мы можем поставить это, если вдруг у нас попадется, например, не аксессуар, а какое-то сокровище. И сюда мы ставим сундучок, допустим. Вот такая у нас получается диорамка. Ну что ж, довольно забавно тебе, как вам? Со снегом все хорошо. Угу. То есть, не, со снегом все плохо. Остальное... Ну и долго ждать, видимо, когда это все высохнет, потому что пока я-то не представляю, как этот клей влажный, да, он должен засохнуть довольно долго, я думаю. Вот что... результат, что из этого будет снег. Снег, коробочка и стадион. А, типа снег можно оставить и украсить все снегом, кстати, настоящим. Мы его просто выкинули. Ну ладно. Ну ладно. А что с ним делать? Просто реально. Но если вы хотите с ним играть, то вот, можно его просто разложить. Следующая коробочка. Лайк за то, что у нас сразу две коробочки, и мы показываем. Можно было бы отдельный ролик про каждую снять. А что мы так не сделали? Не знаю. А вдруг бы, да, была повторка? Много просим лайков. Много просим лайков? Да. Поменьше? Да, лучше поменьше. Хорошо. Так, давайте. И... Хоба. Ты не все распаковал еще. Нет, здесь уже прорезал. Следующая коробочка. Это у нас... Буклет. Буклет. Нам... Это у нас верстак. Сейчас мы на нем... Коробочка. И давайте посмотрим, что нам здесь. Такая же будет? Да. А везде одинаковая, да? Только внутри что-то может... Не забудь лопату. Не надо, я хочу по-другому. Как? Смешно. Ну? Сейчас достаем лопату. Угу. Ты понял? Нет. А, ты хочешь жилить этим открыть? Да. Да нет, ну это просто сейчас расковыряю. А жаль. А жаль. Так, сердечки здесь и бутылочка. Это нам потом пригодится, пока просто отложим. Следующее, давай я наклейку этот раз отклею. Интересно. Открываем наклейку. То есть здесь в любом случае будет песок. Открываем лопатой этот. Пап, не смотри. Что он там делает? Я хотел просто из бабаночки, воды налить из бабаночки. А. Да, достань оттуда, все. Просто, мне кажется, этого достаточно будет. Мы берем вот сюда эту воду и из бабаночки ее. Во. И сейчас, вода, вода, не убегай. Вода, давай. А я забыл потрясти опять. Забыл потрясти, здесь опять снег наверняка будет. Ну. Не делайте так. А, нет, повторка, нет. Нет, ну может сокровищем повезет. Может, сейчас посмотрим, или тоже лук попадется. Снег, повторка. Вот видишь, хорошо, что не заказал 3, а то, представляешь, было бы 2 и 1. Повторка. Нет. Больше раз сразу. Сейчас, подожди. Так что не будем его уже собирать. Оставим потом, соберем, что вы его уже видели. Сейчас проверим только, что все на месте. Так, это туловище, голова и... Несмотря на это, что тут здесь не попался какие-то разные, все равно я люблю Майнкрафт. Ну да, Майнкрафт прикольный. Так, вот сюда пока высыпаем снег весь. У-ху-ху. Сюда я специально уже тарелочку, а то со стола его было сложно. И давай пробуем посмотреть, что там в итоге. Сокровище или лук? По всей видимости, там лук опять. Или нет? Кажется, что лук. Ну-ка. Кажется, это золото. Нет. Не знаю, сейчас проверим. А, смотри, тут так и нарисовано как. А, так и нарисовано. Что, он в себя должен стрелять? Я что-то не очень понимаю. Нет, ну если вот так повернуть, значит... А как-то по-другому ему не дать же? Сейчас. Да хотя бы... Нет, да. Лук.
То есть, нет, правильно все нарисовано. Правильно, правильно. Это я. Это я. То есть мы даем ему в любом случае. Ну, по-другому дать нельзя. Так вот не воткнешь ему лук никак. Поэтому можно так. Почему ему стрела? Ну, как будто стрела внутрь, это очень странно. Напишите, я просто не знаю, не в курсе. Вот, это уже мы не будем сейчас собирать. На этом все. Сегодня все. Ставьте лайки, чтобы были, выходили еще новые ролики, обзоры. Сегодня нам попался вот такой чувак два раза. Может, повторки надо будет разыгрывать. Как вам идея? Пишите в комментариях. А, если смотрите, если собрать еще Стива. Так. То. То, сейчас. То что? Там не видят они, что ты делаешь, что происходит. Что происходит? Что происходит? Что происходит за кадром? Как вы думаете? Так. А, можно поставить сюда. Во, смотрите, какая прикольная штука. Ничего себе. Это класс. Это я. Никто больше не я. Никто больше не ты. Короче, все, друзья. Вот получился такой у нас сегодня забавный. Фигурка прикольная, тяжеленькая, классненькая. Treasure X. Забавная игра. Вот, в принципе, можно и смотри, и сюда поставить. Они даже рядом встанут. Ничего, у нас тут армия получится. Кстати, если что, кто не знал, скелеты друг друга могут стрелять. Да они, походу, и в себя могут. Судя по луку, я все еще загадка про лук. Все, друзья мои, пока-пока, до новых встреч. Пока! До новых распаковок Майнкрафта и Treasure X. Ставьте лайк, если вам нравится. Всем летучим мышам! Опять я про лайки. Ну ладно, пусть вдруг кто забыл. Пока-пока! Пока! Погнали устроим шопинг со спонсором сегодняшнего выпуска. Скучаете по iHerb, ASOS, Zara, H&M, IKEA, Sephora, Nike, Levi's, New Balance, Uniqlo, новинкам Apple и Samsung? Ребята из LightMF возвращают ушедшие бренды в Россию и помогут купить в США, в Европе, Турции, Арабских Эмиратах. Оригинальные товары с официальных сайтов самых разных брендов со скидками до 80% в 2-5 раза дешевле, чем в РФ. Оплачивать можно картами банков РФ, иностранных банков и криптовалютой. Кроссовки New Balance можно купить за 2000 рублей, часы Calvin Klein за 4000, джинсы Levi's за 1900 рублей. На данный момент игрушки входят в список временно недоступных для доставки товаров. Правда, по опыту сервиса ситуация быстро меняется и ограничения снимают, поэтому стоит зарегистрироваться на lightmf.com, чтобы быть в курсе возможностей заказа и не пропустить хорошие новости. Но зато вас ждут распродажи со скидками до 80%. Michael Kors, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger и других популярных марок. Очень много скидок брендовых аутлетов и очень низких цен на то, что сейчас невозможно купить в РФ. LightMF без проблем доставит. Смартфоны от Google Pixel до iPhone. Ноутбуки, компьютеры, планшеты, наушники и другую электронику. Одежду, обувь и парфюмерию. Косметику, запчасти, товары для детей, для дома, животных. Регистрируйтесь на сайте LightMF, чтобы не потерять доступ ко всем нужным товарам и скидкам. А еще специально для моих зрителей подготовили промокод «Товарищ Сафронов 10», который дает скидку на первую посылку в 10%. Вся информация и ссылки в описании.